Всем привет, это канал Альфа Центавра. Не буду долго подводить вас к сути, сегодня первая среда месяца, а значит мы здесь вспоминаем, какие новости сентября могли пропустить в наших еженедельных дайджестах, выходящих каждую субботу. Поговорим о первых снимках обсерватории Евклид, переносе миссии Психея, связи 5G между телефоном и спутником напрямую, расследовании аварии Blue Origin New Shepard, инвестициях и частных орбитальных станциях. Ну и, конечно, подведем итоги месяца по запускам. Не смею вас больше задерживать, переходим к новостям сентября. Европейский космический телескоп Евклид отправился ко второй точке Лагранжа системы Солнце-Земля в самом начале июля. Спустя примерно месяц обсерватория вышла на рабочую орбиту и получила первые снимки. Казалось, что свой путь к научным наблюдениям она начала хорошо, однако, как и в случае с любой космической миссией, осложнения не заставили себя ждать. Проблемы начались, когда датчик точного наведения телескопа периодически переставал отслеживать тусклые звезды. По сути, прекратило работу устройство, благодаря которому Евклид может ориентироваться в пространстве. Инженерам пришлось продлить этап ввода телескопа в эксплуатацию, чтобы написать обновление программного обеспечения, устраняющее неполадку. Оно уже загружено в телескоп и, кажется, работает хорошо. Тем не менее, специалисты уверены в этом не до конца и все еще тестируют его возможности. Однако на этом проблемы космической обсерватории не закончились. Дело в том, что установленная на Евклид камера видимого излучения ВИС время от времени улавливала полосы света, источником которых оказалось Солнце. Его лучи отражались от одного из двигателей телескопа, ускользая даже от специально предусмотренного солнцезащитного козырька. Камера ВИС достаточно чувствительна, чтобы улавливать их при повороте на определенный угол, поэтому солнечный свет появляется примерно на 10% ее снимков. Команда миссии потратила недели на то, чтобы оптимизировать программу наблюдения Евклид с целью максимального устранения нежелательного света. Однако, насколько сильно Солнце повлияет на научную миссию телескопа, вопрос все еще открытый. НАСА отложила запуск миссии «Психея» на неделю. Старт, ранее запланированный на 5 октября, теперь состоится не раньше 12 числа. Предназначенный для изучения астероида «Психея» космический аппарат отправится в свое путешествие с площадки LC-39A на борту ракеты SpaceX Falcon Heavy. В управлении заявили, что недельная задержка даст инженерам больше времени на проверку характеристик двигателей системы ориентации аппарата. Ранее специалисты пришли к выводу, что агрегатам придется работать при более высоких температурах, чем планировалось изначально. Таким образом, трехнедельное окно запуска миссии сократилось на неделю. «Психея» будет иметь возможность отправиться к своей цели в период с 12 по 25 октября. Ожидается, что аппарат стоимостью 1,2 миллиарда долларов прибудет в окрестности астероида «Психея» в 2029 году. Он изучит его геологию, форму, структуру, элементный состав и магнитное поле. Компания AST SpaceMobile добилась 5G соединения между обыкновенным смартфоном и собственным спутником. Для голосового вызова использовалось устройство Samsung Galaxy S22. С его помощью инженер компании, находящаяся вне зоны покрытия сотовых связей на Гавайях, напрямую подключилась к спутнику Blue Walker 3 и смогла поддерживать связь со своим коллегой в Испании в течение примерно 2 минут. Yes, we are calling you from a remote location in Ghana. Okay, pretty good. You can hear me well, right? Yeah, I can hear you perfectly. Испытание прошло 8 сентября в партнерстве с компаниями Vodafone, AT&T и Nokia. В отдельном тесте AST SpaceMobile также продемонстрировала подключение со скоростью скачивания в 14 мегабит в секунду, улучшив собственный показатель в 10 мегабит, зафиксированный в июне. Компания имеет соглашение и договоренности с более чем 40 операторами сотовых сетей по всему миру. В их числе Vodafone Group, Rakuten Mobile, AT&T, Bell Canada, Telstra и другие. Сейчас AST SpaceMobile готовится к запуску первых 5 спутников BlueBird. Они должны отправиться на орбиту под обтекателем ракеты SpaceX Falcon 9 в начале следующего года. В перспективе компания планирует развернуть группировку из 90 космических аппаратов. Она позволит обеспечить 5G-связью труднодоступные места по всему миру.
Федеральное управление гражданской авиации США завершило расследование прошлогодней аварии суборбитального носителя Blue Origin. В ходе беспилотной миссии под обозначением NS-23 ракета New Shepard не смогла приблизить полезную нагрузку к условиям микрогравитации. Спустя минуту после старта ее единственный двигатель вышел из строя, вызвав срабатывание системы аварийного спасения капсулы, которая благополучно приземлилась с использованием парашютов. В заявлении управления говорится, что непосредственной причиной аварии стало усталостное разрушение сопла двигателя, произошедшее из-за его перегрева. Этот вывод полностью соответствует результатам расследования, которое Blue Origin представило в марте этого года. Управление также отметило, что с целью избежания повторных подобных инцидентов компании необходимо принять 21 корректирующую меру. Оно не уточнило их конкретный перечень, однако известно, что меры в том числе касаются модернизации компонентов двигателя и сопла для улучшения их структурных характеристик, а также организационных изменений. Закрытие затянувшегося более чем на год расследования само по себе не позволяет Blue Origin вернуть New Shepard в строй. Прежде чем компания получит соответствующую лицензию, ей придется как минимум продемонстрировать управлению, что она выполнила те меры из предписанных, что касаются общественной безопасности. Стоп. Меньше чем за сутки до выхода этого выпуска Федеральная комиссия по связи таки выдала Blue Origin лицензию на один полет. Так что поздравляем! Компания Open Cosmos привлекла инвестиции. Британский разработчик спутников получил 50 миллионов долларов в рамках инвестиционного раунда серии B при участии AMG, ETF Partners, Thrill Impact и еще нескольких инвесторов. Полученные средства позволят компании расширить производственные возможности за пределы разработки кубсатов, укрепить свое присутствие на международном рынке, а также продвинуться в создании Open Constellation — группировки, состоящие из спутников различных компаний под управлением Open Cosmos, которая даст участникам возможность свободного обмена данными дистанционного зондирования Земли. На сегодняшний день Open Cosmos успешно создала и запустила 4 спутника. Еще 5 космических аппаратов компания планирует отправить на орбиту до марта следующего года. Все из них кубсаты, предназначенные для наблюдения Земли. Еще более крупные финансовые средства в сентябре привлекла компания Sierra Space. Она получила 290 миллионов долларов в рамках инвестиционного раунда серии B при участии крупнейшего банка Японии MUFG Bank, японской страховой компании Tokyo Marine Nishido и еще 8 инвесторов. Общая сумма собранных Sierra Space средств достигла 1,7 миллиарда долларов при оценке капитализации в 5,3 миллиарда. Полученные инвестиции позволят компании расширить присутствие на японском рынке, ввести в следующем году многоразовый космический корабль Dream Chaser в эксплуатацию, а также продолжить разработку орбитального модуля LIFE, который станет одним из основных компонентов будущей коммерческой космической станции Orbital Reef. Но это не точно, и чтобы узнать, в чем дело, вам стоит зайти в описание к этому видео и найти там ссылку на небольшую, но любопытную новостную заметку об этой станции на нашем сайте. На текущий момент Sierra Space имеет в своем портфеле контракты с совокупной стоимостью 3,4 миллиарда долларов. Недавно компания провела прочностные испытания маломасштабной версии LIFE. Они проходили на базе Центра космических полетов имени Маршалла и показали, что модуль способен выдерживать нагрузки на треть более высокие, чем того требует стандарт сертификации. Ожидается, что LIFE впервые отправится на орбиту в 2026 году, а пока Sierra Space готовится к прочностным испытаниям его полноразмерной модели. Давайте взглянем на статистику запусков, проведенных в сентябре. За прошедший месяц в мире было произведено 23 ракетных старта, на 7 больше, чем в сентябре прошлого года. Более половины из них пришлась на Соединенные Штаты. Их копилка пополнилась 13 запусками, 10 из которых выполнила SpaceX, оставшиеся 3 остались за компаниями United Launch Alliance, Firefly Aerospace и Rocket Lab. Пожалуй, нельзя сказать, что какой-то из американских стартов оказался прям примечательным, если, конечно, не считать таковым неудачный запуск от Rocket Lab. С территории Китайской Народной Республики было выполнено 6 стартов. 2 из них провела коммерческая компания Galactic Energy, причем один старт был выполнен ею с морской пусковой платформы, а второй окончился неудачей.
Оставшиеся запуски между собой разделили поровну 4 государства. Индия отправила на орбиту свою первую космическую солнечную обсерваторию Адития-L1, Япония за один старт запустила сразу 2 научно-исследовательских космических аппарата — рентгеновский телескоп X-RISM и лунный посадочный модуль SLIM. РФ и Иран также выполнили по одному пуску. Прошедший месяц не обошелся и без суборбитальных миссий. Единственный старт такого рода выполнила американская компания Virgin Galactic. В рамках миссии Galactic 03 космоплан VSS Unity с 4 пассажирами на борту достиг высоты 88 километров. Говоря об итогах прошлого выпуска за август, главными вы тогда посчитали новость об «успехе» в кавычках миссии «Луна-25» и японских робототехниках из JITAI. Если вдруг пропустили тот дайджест, советую наверстать, я оставлю ссылку на него в описании. Ну а сегодня голосуйте, как и всегда, при помощи шифров, которые высвечивались во время проигрывания видео в правом верхнем углу, а еще были продублированы в описании. Оставляйте шифры тех новостей, которые вам показались наиболее интересными, в комментариях, а мы спустя месяц посчитаем результат при помощи специального скрипта. В завершение хочу сказать несколько слов нашим дорогим спонсорам и патронам с YouTube и Patreon. Благодаря вам мы можем еженедельно искать и публиковать актуальные новости для дайджестов. Ваша поддержка позволяет нашей редакции на сайте работать на полную, исследуя и адаптируя интересные материалы о космосе. И именно вы даете нам возможность сосредоточиться на том, что действительно важно, не обращая внимания на рекламодателей, ну и делать то, что мы действительно любим. Большое спасибо всем, кто уже поддерживает Альфа Центавра. Ваша вера и поддержка — это то, что делает наш проект возможным. Мы невероятно ее ценим, как и каждый день, проведенный вместе с вами. Если вы пока не являетесь нашим спонсором, но хотите им стать, сделать это можно, перейдя по ссылкам, закрепленным под видео комментарии. Там же можно отправить и одноразовый донат. Пожалуй, это и были все интересные пропущенные события в этом месяце. Не забывайте про лайки, комментарии и подписку на канал. Ну а мы с вами услышимся уже в ближайшую субботу. Чао!